Здравствуйте! Вы на канале FarmInfo. Сегодня поговорим о препарате индопамид. Это диуретик, который обладает гипотензивным эффектом. Выпускает в виде таблеток и капсул. Назначает при лечении артериальной гипертензии. Дозировка. Назначает внутрь 1,25-2,5 мг один раз в сутки. Желательно принимать утром. Максимальная суточная доза 5 мг. Индопамид нельзя назначать при наличии сахарного диабета, нарушении почек и печени, гиперурикемии и ишемической болезни сердца. Не рекомендуется применять совместно с препаратами лития, поскольку возможно проявление токсического эффекта. НПВС, глюкокортикостероиды и адреностимуляторы понижают гипотензивный эффект. Побочные эффекты. Со стороны пищеварительной системы. Тошнота, анорексия, сухость во рту, рвота, диарея, запор, боль в животе. Со стороны центральной нервной системы. Астения, нервозность, головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, депрессия. Редко повышенная утомляемость, общая слабость, недомогание, спазм мышц, напряженность, раздражительность, тревога. Со стороны дыхательной системы – кашель, фарингит, синусит, редко ринит. Со стороны сердечно-сосудистой системы – изменения на ЭКГ, гипокалемия, аритмия, сердцебиение. Со стороны мочевыделительной системы – частые инфекции, полиурия, аллергические реакции, сыпь, крапивница, зуд. Со стороны системы кроветворения – очень редко тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз. По данным сайта Отзовик следует, что 87% пациентов довольны эффективностью препарата индопамид. Средняя стоимость лекарства в дозировке 1,5 мг 30 таблеток составляет 110 рублей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!